катали уже. Давай, давай, газово. О, хорошо, идем. Давай, давай, давай. О, залетает. Выходим, выходим. Отлично. Можно вторую поехать попробовать. Дорога за грибами. Ребята, всем привет. Сегодня 25 сентября. Мы выехали в Калужскую область за грибочками на тихую охоту. Ну, прям, опять же, по традиции, только в лес зашли. И сейчас я вам покажу, что я нашел. Ну, конечно, уже спушились. И все на земле. Точнее, не на земле. Вот здесь веточку, наверное, от орешника. Вот. А вот там на березке немножко. Вот там распушившиеся. Так, вот не парочка стоят, вот один. Ну, распушившийся, прям пару дней назад надо было сюда ехать. Ладно, ребята, начинаем мы грибалку, поехали. Опеночка, вот они, вот такие. Осенние опяточки, косим. О, красавчик какой. Мощные такие. Собираем. Ребята, вот таких вот осенненьких опяточек мы нашли. Небольшая кучечка. Сейчас Николай покажет лайфхак, как их оттуда снять. Ну, высота примерно, наверное, 1-3 метра. Сейчас. Хлипенько. Ничего, снимешь. Ох, хорошо прям. Вон они. Ну, мощненькие. Такие прям. О, хороший, смотри какой. Шляпка зеленовато-коричневая такая. О, осень. Косим. Вот они, свеженькие. Хорошенькие. Оба. Косим. Вот они, солдатики. Вот таких нам побольше. Да. Самый с маком сковородочку. Самый цимус. Кнопочки. Кнопочки. Прям вилочка расова. Вот эти маленькие стоят. Будем все пиксели собирать тут. Мегапиксели. Мегапиксели. Прям вот лезут тут. Слушай, а вот, смотри, еще осенние. Вот они, смотри. Вот да, они, да. Вот они. Маки хорошие. Смотри, оно все дерево, Миша. С этой стороны зайди. Смотри сюда. Ох, вот они, красавчики. Ребята, вторая волна поперла. Все-таки нашли их. Да. Вторая волна. На, Калюх. Ну вот, и мы еще накосили. Ребят, подскажите, пожалуйста, что это за опенок? Я думаю, что это королевский. А если нет, то, пожалуйста, напишите. Очень интересно. Буду ждать ваших комментариев. Ребятки, березочка повалена. И вот не кнопочки очередные. Прям только лес. Ребята, вторая волна. Сейчас прям буквально день-два и все, и пойдет. Успенский уже отошел. Вот они, блин, смотри, какие мощные. Черные аж такие. Собираем, так. А здесь, ух ты, вообще красота. Вот они. Ох, какие солдатики. Прям один к одному, прям на засолочку. Так, здесь тоже. Вот они. Здесь уже прям распушенные есть и маленькие. Так. Ну все, косим. На севере нужно было. Да, Мишки на севере. Сейчас пойду на ту березу залезу, ты меня там будешь снимать. Вот так поднакосили маленько. Только-только вот вторая волна начинается. Но в таких вот живописных местах мы
ищем грибочки. А тут кабанчик поработал чуть-чуть. Нам туда. Ребята, мы сейчас в ельничек зашли. И нам начали попадаться вот такие красавчики. Рыжики. Вон еще один стоит. Вон еще один. Вон еще один спрятался. Сейчас рыжиков накосим. Вот мы вышли, получается, на звериные кормушки. Смотри, они прям тут вообще корни все вылезали, блин. Тут соль была. Вон там еще одна кормушечка. Дубочки. Ну да, зверь ходит, вот кабан. Вот кормушка. Ну да, здесь корм. Что это? Пшеница? Пшеница. Вот тоже молодцы ребята, егеря. Пшеничкой кормят. Ну что, погнали? Так, друзья. Вот три штучки попались. И по земле. Солдатики. Смотри, какие красивые. Вот они. Прям их много. Вон они, вон они. Так, все, косим. Ребята, вот они еще на земле. Красавчики. Смотри, какие мощные. Ножки толстые. Вот они еще. Вот они, смотрите, какие. О! Косим, косим, косим. Вот так. Вот такая красотища. Осенние. Настоящие солдатики. О. Вот они. Прям для класс. Мариновочки. Класс. В самый раз. Так, ребятки. Очередные малыши. О, какие. О, не, они все растут. Вот они. Хорошие. Косим. А, нет, подождите. Вот еще здесь. Вон еще. А вот еще. Все, они наши. Ребята, все, мы закончили сбор опят. Сегодня трудовой день. Прошли очень много километров. Вот, набрал я вот столько. Вот такие вот опяточки. В основном растут на земле. Такие прям малыши, кибальчиши. Сейчас вам покажу. Во, вот такие вот. Вот. Ну и встречаются, кстати, на березках тоже. Там было две березки заваленные. Очень так прям хорошо тоже скосили. В общем, осенний гриб начинается. Собирайте, кайфуйте. Но мы еще поедем в одно интересное место готовить в сковородочке вкуснятину. Не переключайтесь. Так, где-то у меня вот этот. Во, а батька там под мой. Вай-вай-вай. Хорошая, хорошая. Ага. Снова птушка подсушить ушли. Да, Миша, надо еще, наверное. Смотри. Друзья, после такого завершения грибного нашего поиска мы сегодня приготовим грибочки с картошечкой. Ну, в сковородочке. Начинаем. Нагреваем. Картофан.
обжариваем. О, картофанчик жарится. Отлично. Что у нас там? О, картофанчик у нас подходит. Закину наши грибочки. Ребята, сейчас будет просто пушечка. И до готовности. Вот такая красота, друзья. Финальный штрих, укропчик. Вот так обильненько. Закрываем крышечкой. Минута. И к столу. И быстро бежим кушать. Быстро бежим кушать. Наша вкусняшка готова. С пылу жару. О, с пылу жару. Пойдемте быстрее кушать. Пойдемте быстрее кушать. Побежали. Давай. Беленько. Беленько. Покрепиться. Ох, вот это да. Вот такая у нас поляна сегодня после грибов. Мощная. Николай, привет. Ну, а обязательно с килечкой. Без килечки у нас не проходит мероприятие. Ну что, за картофан? Да он самый. Но он у нас не только картофан, но у нас еще и грибочки там нарисовались. Поехали. Будь добру. Чего? Грибочку наложить. Отлично. Давай. Ребята. Съездили мы сегодня в Калужскую область, набрали немножко грибочков, пошли осенние, ну там еще были и не только осенние. Королевские, да. Благодарим наших узловских друзей, которые нам помогли выйти из леса. Блин, что-то крутанулись конкретно. Сегодня прошли 17 километров. Ну и вечером, конечно, за стол приготовили шикарнейшие грибочки с картошечкой. Ну и хотим поднять по 50 грамм, выпить за здоровье за ваше. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И за вас. Все, туши свет. Бомба!